В конце ноября стало известно, что один из крупнейших мировых производителей бытовой химии, компания S.C. Johnson, планирует открыть производство в Новгородской области. Для этого будет приобретена фабрика в Чудове, которая сейчас выпускает шоколадные изделия. Наша съемочная группа побывала на предприятии и убедилась, что серьезных опасений по поводу будущего трудоустройства у коллектива нет. Решение о продаже помещений завода по производству шоколада в Чудове было принято руководством Mondelez Русь в связи с намерением повысить эффективность на других площадках компании в стране. Сделку с производителем бытовой химии Johnson заключили в конце ноября. По ее условиям Mondelez имеет возможность арендовать площади до сентября следующего года. Кондитерское производство у нас продолжится до середины следующего года. Затем будет процесс, когда оперативно компания Johnson's привезет и будет свое новое оборудование. И будет стоять задача быстрого перепрофилирования нашего завода под другое производство. И опять же успешно его начало производства уже в начале 2018 года. Люди – это главная ценность завода, говорит директор предприятия. В связи с перепрофилированием фабрики разработан пакет их поддержки, который включает достойную денежную компенсацию, а также помощь в дальнейшем трудоустройстве. Несмотря на то, что нам очень жалко, но мы все очень верим и на то, что все-таки наш профессиональный опыт такой богатый пригодится и новой компании. Мы откроем новую историю на этой площадке в Чудово, потому что самое главное, что фабрика будет в этом городе, и она будет продолжать работать. На предприятии трудятся 260 человек. Они выпускают шоколад, конфеты, вафельные торты и батончики. Компания живет сегодняшним днем. Каких-то тревог и переживаний у сотрудников наша съемочная группа не заметила. Более подробно узнать о настроении на фабрике, возможностях нового инвестора и отношении к нему у чудовской администрации вы сможете в программе «Отличная новость» во вторник, 13 декабря. Из Чудова Кристина Масальцева, Олег Федоров. Новости Новгородское областное телевидение.